Не мешай, все равно не умеешь рисовать. Белка, я сейчас приду, возьму еще других красок. Белка, это ты? Не хулигань. Белка, а это что такое? Тебя нельзя оставить ни на минуту. Ну ладно, что делать? Ты еще маленькая, не буду тебя ругать. Давай убираться. Белку я не стал ругать и наказывать, так как она еще маленькая и наверняка ничего не поймет. Ну все, Белка, я закончил. Ну-ка покажи свои лапки. Да, Белка, теперь еще твои лапки отмывать.